Из сборника притч «Лампадка». Одного послушника для духовного возрастания отправили в скит. Он много молился и по благословению к обычному монашескому правилу добавлял еще акафист, кафизму и несколько молитв. В деревне рядом со скитом жил крестьянин Иван. Детишек у него было мал-мало меньше. И чтобы семью прокормить, работал он с утра до вечера в поте лица своего, да еще два раза в неделю жертвовал в скит провизию. Несколько раз в году на престольный праздник Пасху и Рождество в скит допускали богомольцев. Приезжал сюда и духовник нашей обители, которого Иван очень почитал за чудесное исцеление своей дочери. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Чтобы не осуждать, надо бегать от осуждающих и хранить свой слух. Возьмем себе одно правило: осуждающим не верить и никогда не говорить худо об отсутствующих. Поняли? Поняли. Не мысли ни о ком зла, ибо сам сделаешься злым. Вот путь. Без поста, без бдения, без труда. Самый краткий путь ко спасению – не осуждать. Поняли? Поняли, батюшка. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог благословит. Бог благословит. С праздником. Бог благословит. С праздником. Спаси, Господи, отче. Ну, как там наша Ксюшенька? Ходим потихоньку. Спаси, Господи. Слава Богу. Бог благословит. Спаси, Господи. С праздником. Затягивает. Линет. Да. А если линет, как обратно? Может, завтра пойти? Послушание, брат. Да, послушание. Превыше поста и молитвы. Ангелы-хранители. С Богом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Хоть бы успеть до дождя добраться, а? И чего меня сегодня отправили? Приспичивали, что ли? Какая разница, сегодня я скажу или завтра? О, клюет! Вот он же! Не клюет, а охлаждается. Здравствуйте! Мы наехали тут святоши. Опять твой поберушка пришел. У детей отнимаешь, кормишь этих. Ну какая муха тебя укусила? Ты что, не доедаешь? Ваня, мне тебя жалко. Ты еле ноги передвигаешь. Сколько всего волочешь. Своих детей тянем, детей сестры тянем. А это здоровый парень. И чем он занимается? Молитвы читает. А ты молишься? А когда мне молиться? Вот он за нас и молится. Когда наша Ксюша заболела, все врачи руками развели. А ты куда побежала? В скит побежала. К монахам за помощью. Помогите, помирает. Они помолились, и она выжила. Слава Богу! Yeah.
Слава Богу! Вовеки слава Богу! Затягивает! Да, затягивает! К Ивану пошел. Я! Вот, подожди, да, пас, давай! Давай, сюда, мне! Я! Пяу! Гол! Пошли в дом, давай, пошли! Давай, все в дом! Бери! Меня забыли забрать! Полетели! Вот! Подай сюда! Возьми мне вилку! И меня тоже! Это моя! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слушай, я молитву. Отче наш, жизнь на небесе, да святите имя Твое, да приди, царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, так и на земле. Хлеб наш насущный, даст нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Где мне хлеба? Ой, мне! Господи, мой милый. Картошечку поедим? Нет. Да, до утра лес будет. Господи. Помолимся? Один раз, Господи, вечером, один раз, Господи, утром. И все? Господи, помилуй. Один раз, Господи, утром, один раз, Господи, вечером, а? Ты подумай, а? Как-то, Господи, это же искушение. Прям руки не держат, оно ж в рот не полезет. Один раз утром, один раз вечером, а? Господи, а? Как так? Не понесу я это. Далеко ли собрался? Мне это только кажется. Мне это только кажется. Просто мне батюшка явился.
Надо исполнять послушание. Господи, прости меня. Господи, слава тебе. Благодарю тебя за дары сие. Бог благословит. Крышу починили? Хорошо. Бог благословит. Батюшка. А? Что? Батюшка, давайте больше не будем у Ивана жертву брать. Почему? Да он не молится совсем. Он ни одной молитвы целиком ни разу не прочитал. Он вообще Бога вспоминает всего два раза в день, коротким «Господи» утром и вечером, и все. Понимаете? А? Я боюсь, батюшка, что через такие жертвы к нам могут заползти искушения. Искушения? Ну, да. Да. Господи, помилуй. Вот тебе послушание. Обнеси эту лампадку вокруг деревни, не пролив ни капли и не затушив огня. Так как же я это смогу, батюшка? Бог благословит. Господи Иисусе Христе, помилуй раба твоего Михаила. Ну? Вот. Ни капельки не пролил. И пламя не загасил. Ой. Ой. Скажи, а про Бога ты хоть раз вспомнил? Нет. Я думал, как бы у меня пламя не погасло, и как бы ни капли масла не проронить. Не вспомнил. И молитву ни разу не прочитал. Нет. Ой, как же так? Батюшка, и как же это? Я же ни одной молитвы не прочитал. Господи, ни одной молитвы не прочитал. Господи, прости. Вот видишь. Господи, прости, Господи. Одна только эта лампадка так заняла тебя, что ты ни разу не вспомнил о Боге.
Господи, прости, Господи, прости, Господи. А наш Иван и себя, прости, и семью, и нас кормит своими трудами и заботами. И про Бога не забывает. А ты свою молитву за осуждение потерял. Господи, прости, и запомни, Господи, в чем кого осудишь, в том и сам побудешь. Так-то, братец. Прости меня.